Судом Могилевской области Беларуси осужден гражданин Казахстана. Он приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Как сообщили нашему корреспонденту в КГБ Беларуси, уроженец Алматинской области организовал транзитный канал поставки героина в Европу. Наркоторговец был арестован с поличным сотрудниками КГБ в момент закладки наркотиков в тайник в сток сена возле трассы Могилев-Мстислав. Общая масса изъятого героина более 25 килограмм. В КГБ подчеркивают, что таким образом сотрудникам спецслужб удалось пресечь международный канал поставок особо опасного наркотика по территории союзных стран. В результате расследования уголовного дела было установлено, что указанная партия наркотического вещества предназначалась для последующей реализации в странах Западной Европы. В ходе судебного разбирательства дела вина гражданина Казахстана была полностью доказана. В настоящее время приговор, вынесенный в его адрес судом Могилевской области, вступил в законную силу.